друзья, сегодня с Виталием про финты в боксе. Тема обширная, хотел отдельно большое видео снять, и, наверное, попозже мы снимем. Вот сейчас принцип основной хотел вам рассказать, в чем заключается принцип финтов в боксе, и показать один вариант финта с правой руки. Финт – это какое-то ложное движение, которое заставляет соперника раскрыться, ударить, ну, каким-то образом провоцировать какие-то действия. Вот сейчас мы попробуем сделать такую провокацию правой рукой задней. Я попробую Виталию попровоцировать и где-то раскрыть его защиту. Соответственно, начинаю работу форсировать правой рукой, делаю различные движения, которые провоцируют соперника на какую-то контрработу. Стараюсь таким вот образом заставить его каким-то вариантом защищаться. Максимально стараюсь работать нестандартно, чтобы соперника дезориентировать в каких-то моментах. Но здесь, вы понимаете, ситуация такая учебная, поэтому я себе позволяю довольно работать. И моя задача сейчас провоцировать вот эту руку, чтобы соперник подставлял под удар. Провоцирую, обратите внимание, и стараюсь следующим ударом пробить уже в открытую часть соперника. Как только немножко соперник начинает раскрываться, соответственно, Виталий уже знает, поэтому он не так активно реагирует. И вот здесь я уже максимально быстро стараюсь в открытую часть контратаковать. Раз, чуть-чуть защита ушла, сразу пробил. И максимально нестандартно с правой руки. Отсюда. Вот такой вариант финта на сегодня.